Здравствуйте, дорогие друзья! С вами опять доктор Роганов. Хочу сказать, что многие меня спрашивают о том, почему вы так любите женщин, и почему, главное, женщины так любят вас. Могу ответить следующее, что всю жизнь женщины доставляли мне удовольствие. И ничего, кроме удовольствия. Ну, не знаю, очень много случаев всяких, и вот хочу вспомнить один из них, например, вот, какой у меня это на памяти, может, ну, сразу, навскидку. Стою как-то на остановке, в общем, летом, на остановке общественного транспорта. Жду свой автобус или троллейбус, или какой-то там другой транспорт. Иду, смотрю, такая девушка, вот, знаете, такая прям она стоит, вот я чуть-чуть по вот, для остановки стоял, она стоит так вот спереди, тоже ждет какой-то транспорт такая стоит. Фигура идеальная, летом, платье такое. Она стоит, стоит такая, я на нее смотрю, смотрю. И сел на автобус. Еще какой-то мужик рядом стоял, говорит, вот эта девчонка, да, вот эта баба, говорит, пошли. Я говорю, ну да, хорошая, говорю, типа, ну ничего страшного. Тоже схожу, сажусь в какой-то автобус, и с такой смс мне приходит как бы на телефон смс-сообщение. А вот не здороваться, Семен, нехорошо. Я такой думаю, что такое? Звоню на этот номер, ну, который, от которого говорю, алло, здравствуйте, это Семен Роганов. А вот вы мне только что смс-ку прислали. Она говорит, да, привет, Семен. А вот ты на меня пялился, только что на остановке не поздоровался. Я такой, как так? Она говорит, ну вот так вот, а кто вы такая? Точнее, кто ты такая? Она такая, ну вот я вот Ира там, помнишь, мы с тобой... Я такой, вспоминаю. Точнее, я говорю, да, Ира, это ты, Ира. А я уже вспомнил, что с этой Ирой, ну, примерно год назад, ну, у нас была любовь такая. Очень мимолетная, но очень яркая, скажем так. И для меня такой, говорю, Ира, подожди, это ты? Это все, я вспомнил такой. Ирина, говорю, ну а как насчет сегодняшнего вечера, вот вы свободны? Она такая, да, я свободна сегодня, и готова с вами увидеться. Я такой, с удовольствием. Вы представляете, я стоял на остановке, увидел такую женщину, оказалось, что это женщина. Ну и в результате у нас получилась, опять же, любовь, очень яркая такая, можно сказать. Ну, тоже быстрая, ну, очень яркая и вообще... То есть удовольствие, понимаете, такой вот сюрприз, такая яркая вспышка. И почему вот Роганова любит женщина, или женщина любит Роганов? Ну вот почему? Потому что такие вот подарки судьбы они мне делают. Так что, друзья, спасибо за внимание и всем таких подарков судьбы. До свидания.